В июле этого года пройдет окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». Местом проведения впервые стал город Чебоксары. Конкурс приурочен ко Дню семьи, любви и верности. За достойное звание поборется 14 семей из всех регионов округа, которые воспитывают более 2 несовершеннолетних детей. Фундамент их отношений построен на гармонии и любви. Родители формируют базовые принципы и ценности для своих детей и их друзей. Одна из целей конкурса – показать многообразие культур народов, живущих на территории Приволжского округа. Чувашию будет представлять семья Львовых. Они воспитывают 9 детей и уже не раз становились победителями и призерами различных фестивалей. Это мероприятие не только соревновательное среди семей, но еще и должно быть познавательное для этих же семей. В этой связи экскурсионная программа должна быть. Мы должны этим семьям и этим детям, в первую очередь, которые приедут в этих семьях, показать красоту и самобытность Чувашской Республики. И это тоже наша задача, можно сказать, направленная на популяризацию вообще культуры Приволжского федерального округа.